Не изменяя традициям, 11 октября 2020 года клуб «Ярополк» в количестве 8 человек приехал в Купень. Окунемся. 3 недели не купался и... Ух, мандраж все равно есть, водичка. О, хороша. Благодать. Повышаем иммунитет, и никакие болезни вам не страшны. О, хорошо. Отлично! Что, Белов, покажем класс? Белов, за Ярополк или за Россию? За Ярополк. А почему не за Россию? За то и другое. Молодец, ну правильный ответ, давай. Разворачивайся. В моей команде стабилизировал дыхание и поехал с головой. Ниже. О, хорошо, все, выныриваюсь. Как обычно, любимые мои вопросы. Ну, о, молодец, да. Что лучше, проспать на уроке или сходить в купель? В купель. Да, отлично. Компьютерные игры или купель? Купель. Молодец, давай. Коробчин. Богдан, давай. Что лучше, горячий душ или то, что ты сейчас ощущаешь? Сейчас. Молодец, поехал. Опа, опа. Выходит, хорошо. Марк, какой ты уже по счету раз в жизни купаешься? Это второй раз. Тебе понравилось первый раз? Да. А почему тебе понравилось, Марк? Громче говори. Больно было, я еще... Больно? От холодной воды больно не бывает, только горячо. Поехал, с головой, раз, ниже, два, ниже. О, чуть купель не снес. Вот. Второй раз в жизни, да? Марк, покажи класс. Молодец. Опытный у нас получается изготовитель шашлыков. Сейчас. Ну, недавно сломал руку. Вот мы так лечим руку, да, Армен? На меня посмотри, правильно? Да. Поехал. Опа. Ну, хорошо. Привет, боли нет. Купайтесь, закаляйтесь, и все будет вам хорошо. Счастье.